Друзья, всем привет! Смотрите, я сейчас буду кушать вот такой вот доширак вот со вкусом курицы. Вот так он выглядит. Такая вот маленькая коробочка. Сейчас давайте откроем. Посмотрим, как внутри. Ну вот она выглядит вот так вот внутри. Сейчас нальем с вами кипяток. Кипяточек. Так, и ложку надо. Так, ложку надо, чтобы мешать. Мешаем так тщательно. Сейчас нальем. Так. Тут какая-то, друзья, зелень плавает, сухарики какие-то. В общем, плавает тут что-то. Какие-то ингредиенты. Короче, картошка, пюре, доширак со вкусом в курице. Так и напишем название ролика. Так, вроде бы тщательно все. Хорошо перемешивается. Может, немножечко, еще чуть-чуть водички. Вот, все, хватит. Но пахнет вкусно, друзья. Запах такой приятный довольно-таки. Так выглядит это пюре. Тщательно надо размешать, чтобы не было комочков. Вот. Чтобы не было комочков. Так, ну вроде бы нормально. Сейчас вот так закрою. Пусть оно немножко настоится. Пару минуток, мы пока с вами пообщаемся. По вкусу вкусное, уже попробовал, уже вкусное. Ну пусть пару минут немножко постоит. И будем с вами кушать. Тут, короче, написано вот картофельное пюре, доширак. Товар года 2021 года. Домашний вкус, улучшение качества, строгий контроль производства. Вот. Картофельное пюре доширак с курицей. Вот такой вот. Горячий, правда, друзья. Горячий. Так, сейчас мы что-нибудь такое подложим, чтобы вам было видно хорошенечко, да? Может. Вот это. О, вот так. Отлично. Отлично видно все. Ну что, друзья, давайте открываем, начинаем кушать, да? Начинаем кушать. Можно сразу снять, чтобы она нам не мешалась. Штучка вот так поставим. Вот, в общем, давайте, друзья, приятного аппетита. Картошка доширак пюре со вкусом курицы.
Довольно-таки вкусненько. Нормально, друзья, вкусно, мне нравится. Тут еще какая-то зелень попадается. Лучок жареный. Ну, такой приятный лучок. Такой сладковатого привкуса. Вкусное пюре действительно похоже как на настоящую картошку пюре. Вкусненько, друзья. Довольно-таки вкусненько. Горячая только сильно, но я вот, видите, беру понемножку в ложечку, ну, чтобы не так было горячо.
Размешаем еще так немножко, чтобы немножко подостыло, не настолько было горячее. Вот. Пузи, наверное, удобно. Взял себе вот так картошечку, заварил кипяточком и нормально. Ну, друзья, все съел, вкусная картошечка. Вот. Ну, вам спасибо за просмотр, счастья вам, здоровья и удачи. Все, друзья, всем пока.